Конечно, мы рады нашему успеху на выборах, но теперь, после подведения итогов, особенно горько, что АДГ получила так много мест в парламенте. Это важная веха в нашем обществе, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы преодолеть разобщенность демократических сил. Сейчас время не для скандалов, а для серьезных разговоров, и мы к ним готовы. Для нас также принципиально важно, что наши партнеры дадут нам ясный сигнал в направлении защиты климата. Однако между «зелеными» и их возможными партнерами по коалиции «Свободными демократами» есть заметные разногласия. Так, партии занимают противоположные позиции по вопросу возобновляемых источников энергии и беженцам. Для «Свободных демократов» ветряки и солнечные батареи – это только один из источников энергии в будущем, а не основной. А беженцы должны вернуться на родину после окончания там военных действий, говорят свободные демократы. В то время как зеленые не возражают, чтобы они задержались в Германии и получили возможность пригласить своих родственников. Зеленые, правда, подчеркивают, что для формирования ямайской коалиции всем сторонам придется пойти на компромиссы. Они также понимают, что в случае вхождения в правительство не смогут реализовать все пункты своей предвыборной программы. В то же время зеленые подчеркивают, что вхождение в коалицию для них не сама цель, их голоса и поддержка в первую очередь важны для христианских демократов.